Всем привет! Давно не выходила из зала в прямой эфир, так как в последнее время для того, чтобы сэкономить время, тренируюсь с тренером. Все получается очень быстро. За час полностью тренировка очень интенсивная проходит. Вот, сегодня тренировалась сама, делала плечи, руки, решила с вами немножко поболтать. Рада вас всех очень видеть. Сейчас, кстати, должны еще девочки купальники для розыгрыша привезти. Всем привет! Привет всем полям и весим! Привет, Корея! Привет, Крым! Кстати, меня сегодня пригласили дать интервью какому-то крымскому радио. Крымскому радио, по-моему, называется «Пляж». И я даже согласилась. Вот. Не знаю, правда, что это за радио, но посмотрим. Да, лосины очень крутые. Кальян курите, а вы не хотите пригласить кальян покурить? Да, к сожалению, у меня есть такой недостаток. Я курю кальян. Редко, но бывает. Это мой единственный способ расслабиться. Вот. Зато я никогда не курю сигареты. Вот. По поводу... Давайте просто хочу... Голландия. Как вы сейчас мотивировали на спорт? Спорт это мой фетиш, спорт это смысл моей жизни. Мне не надо себя мотивировать на спорт. Что делать, если муж избил? Я вообще не понимаю, как может родиться в воспаленном мозгу такой вопрос. Если бы меня муж хотя бы пальцем тронул, то я бы, наверное, убила его не морально, а физически. Ну, убить, конечно, это глупости. Зачем сидеть за дебилов? Нужно просто, естественно, расстаться с этим человеком. Я вообще не понимаю, как может такой вопрос в голове у кого-то родиться. Что делать, если избил муж? Раз и навсегда поставить на нем крест. Еще желательно, конечно, доставить ему серьезные неприятности. Читайте книгу, мне приятно. Спасибо вам тоже, всем хорошего дня. Как заставить себя любить спорт? Если вы не хотите любить спорт, значит, вам, наверное, это не нужно. Либо вы просто хотите, ну, если не сейчас, то с годами ходить как сраное дерьмо, как дерьмо на лопате, как вам больше нравится. Ну, тогда продолжайте. В принципе, конечно же, вы могли бы похудеть и только при помощи питания. Я вам много раз говорила, еще раз повторюсь, что, естественно, худеют от питания, не от спорта, а спорт помогает сделать ваше тело более плотным, упругим, сексуальным и так далее. Вот. Курс по блогерству. Тренеру Евгению привет. Ну, вы как... Я видела Женю, да. Вот он там работает с девочкой. Ну, вы его сами как-нибудь привет передайте. Вот. Вот это вот мне бы набрать. Это 150 раз я читала. Ну, набрать наберите. Вы что гордитесь тем, что вы худая? Да все худые, как правило, выглядят еще хуже, чем дерьмо на лопате. Это просто трэш. Вот эти вот худые коровы, дряблые эти вот ножки, отсутствие жопы. Это еще более мерзко, чем жирные, реально. А вы этим гордитесь и гордо пишете: я не могу набрать. Как мне набрать? Как мне набрать хоть килограммчик? Оставайтесь такой вот, таким отстоем, от которого тошнит просто всегда, худобы дикой. Вот. По поводу тренировок. Название книги, которую недавно озвучили. Какую именно книгу, ребят? Я о многих книгах говорила. Не можете купить мое питание? Ну, что делать? Надо деньги зарабатывать. Да, на канале, кстати, достаточно старая такая у меня... Старая тренька, мы с Яной ее записывали года 4 назад на YouTube, но она очень сильная, очень сильная. Вот. По поводу тренировок, еще раз вам хочу сказать, много раз говорила, естественно, мышечную массу набрать очень тяжело. Мышечную массу гораздо сложнее набрать, чем похудеть. Но если вы мужик и худой, то это тем более жесть. Худые мужики – это трэш.
Ничего более асексуального, чем худые и жирные мужики, я в жизни не видела. Жирные, это, конечно, тоже трэш, но худые – это еще больше трэш. Вот. Поэтому тут как куча каких-то мужиков вокруг, господи, ни одного приличного. Вообще посмотреть не на кого, что за жизнь. Просто не на кого посмотреть. Ни молодые, ни старые, ну вообще никакие, блин. Хорошо, что у меня есть... Во-первых, я была на эфире не у Малахова, а на Первом канале. Во-вторых, он еще не выходил, они его держат в запасе. К Малахову пригласили меня на эфир на следующей неделе. Пригласили на эфир, где, ну, там будут говорить вообще об всякой активности достаточно взрослых людей. И они, у меня шикарное настроение, вы отправляетесь в банк за тупой вопрос. Вот, и меня туда пригласили вместе с несколькими участницами моих фитнес-туров. Вот уже написала девочкам, Маруся уже согласилась, жду ответа от Маши. Репсиму хочу позвать, еще напишу Оле, вот, которая с семьей ко мне ездит. И пойду, так мне, конечно, идти не хочется, но с девчонками, с удовольствием схожу к Малахову на эфир. Пускай и девчонки покрасуются на экране, никогда там не были. Ну и вы заодно нас посмотрите, особенно регионы, те, кто смотрит. Итак, еще раз по тренировкам. Не сбивайте меня, пожалуйста, просто хочу вам коротко и ясно сказать о сути тренировочного процесса. О сути тренировочного процесса. Смотрите. Что касается тренировок, в миллионный или в тысячный раз я вам повторяю, от тренировок жену подобную мне вы не найдете, такой просто больше нет. От тренировок вы не худеете. И, в принципе, и массу тоже не набираете, только от тренировок. Все процессы, связанные с изменением массы и состава тела, зависят от вашего питания. Если вы питаетесь с профицитом, профицит создаете за счет профицита белка в основном, то вы набираете массу. Естественно, с соответствующими тренировками, чтобы набирать массу в определенных местах. Да? И... Курс «Привет». И масса, и жир – это разные вещи. Если вы питаетесь с дефицитом, то вы теряете жировые отложения. Опять же, благодаря тренировочному процессу, вы в момент вот этой потери жира или набора массы, вы регулируете распределение на вашем теле массу или жира. Вот. Что-то там спросили? Я не делаю вакуум, никогда не делала. Вот. Дальше. Что касается, опять же, пресса. О прессе говорила миллион раз, да? Живот. Проблема большинства девочек. Живот. Ну, что вам сказать, мои хорошие? Здесь тоже 90% состояния вашего живота зависит от того, что и как вы едите. Еще очень-очень много процентов зависит от того, что с кожей на животе. От состояния кожи на животе зависит, я не знаю, кто такая Ольга Серебкина, это Молли, что ли? Молли, наверное. Видимо, да. Был вопрос, при каких весах нужно использовать пояс для тренировок. Да, вот у меня пояс для тренировок. Жесткий пояс, не корсет. Видите, да? Очень жесткий. Вот здесь специальные пластины вставлены. Пояс для тренировок. Я использую вообще при любом весе, потому что у меня были очень серьезные проблемы со спиной. Очень серьезные проблемы со спиной у меня были. И поэтому я использую пояс для тренировок. Но имейте в виду, что все равно нужно обязательно закачивать спину. Ребят, вакуум полезен, но вакуум – это не панацея. Вы все ждете панацеи от какого-то одного упражнения. Кто-то панацеи ждет от вакуума. Кто-то ждет панацеи от сгибаний бесконечных. Нет какого-то одного упражнения, которое вам поможет привести ваш живот в порядок. Нет, я еще раз повторюсь. Ваш живот – это ваше питание, это дефицит калорий. И, конечно же, очень многое зависит от кожи на животе. Потому что после родов
после... Слушайте, ну не пишите херню. Парниковый эффект бывает от пленки, от корсета. Какой парниковый эффект от пояса для тренировок? Что за дура-то, Виктория 5878? Ведь каждая дура считает, что она очень умная и обязательно выскажет свое мнение. Не тупите. Как закачать спину, делать... Ага, прекрасно. Сейчас пойду. Вот, кстати, мне привезли, можешь не прятать. Куда ты пошла-то? Ну, покажись. Один из спонсоров моего Гива привезла мне в пакете Бербери. Не бедная девушка, не бедная, это радует. И внутри тут шикарные подарки для вас, девчонки. Это купальники, которые я совсем скоро буду разыгрывать. Открою я коробочку, так чуть-чуть приоткрою. Купальники просто потрясающего качества. Я их уже дарила в своем фитнес-туре, взяла себе. Вот, и вот сейчас целых 3 купальника мы разыграем в Гиве. Все тут так упаковано, как будто в ЦУМе покупаешь. И все тут так красивенько. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как прекрасно, какое сочетание. У тебя? Какой? Разверни трусики, покажи, какое же классное сочетание. Очень красиво. Очень красиво. Спасибо тебе, солнце мое, запаковывая обратно. Давай, поздравляю. Сколько твоей дочке? 2 года? Что подарила? Бентли. Детскую. Круто. Спасибо тебе огромное. Все, я тоже сейчас в прямом эфире. Я на следующей неделе тебя предупрежу, когда буду разыгрывать. А ты купальники тоже разыгрываешь? Хорошо. Участвуйте. Участвуйте. Вот тут Ginger Ocean. И тоже будет разыгрывать. Так. Какую полочку вы купили и пьете, ребят? Ну, о чем вы? Как избавиться от растяжек? Да никак вы уже не избавитесь. Так. От растяжек вы не избавите, мои дорогие, потому что избавление от растяжек это очень дорого. И у большинства из вас, к сожалению, нет денег на процедуре, на процедуры лазерные, которые полностью могут вас избавить от растяжек. А все остальные процедуры избавляют от растяжек только временно. Вот. Но про кожу на животе, что я вам хочу сказать. Во-первых, в основном, когда эти проблемы возникают с кожей на животе, когда вы резко теряете и набираете вес, это происходит, когда вы пьете, господи, что пьете? Это происходит, когда вы либо поправляетесь во время родов, либо просто жрете и поправляетесь. Поэтому соберетесь рожать, во время беременности не набирайте много веса. Пользуйтесь специальными маслами, носите корсет. И еще раз, не набирайте много веса. После беременности сразу контрастные души, скрабирование, жесткая щетка, упражнения, идеальное питание, много коллагена, это мясо, а не добавки и так далее и тому подобное. Но если вы уже, овен я, но если вы уже имеете очень серьезные проблемы с кожей живота, в идеале, вы его не доведете. Вот я об этом вам и сказала, мои дорогие. Что, к сожалению, на лазерные процедуры у большинства нет денег. Через сколько можно есть после тренировки? Ребят, это глупый вопрос. Это зависит от очень-очень многих моментов. И я об этом подробнейше рассказывала в своих постах. А посты у меня SL Ликбез, SL Фитнес Практика. Что скажете, то, что мужчина младше на 10 лет? А что я вам могу сказать, что мужчина младше на 10 лет? Я вам могу сказать только одно. Потрахаться с таким мужчиной можно. А выйти замуж за такого мужчину может только конченая дура. Потому что если этот мужчина не урод и не абсолютно нищий, хотя он даже если урод и абсолютно нищий, он будет 100% тебе изменять, ты ему совершенно надоешь и нахер будешь не нужна. Но если он дебил, урод и нищий, еще импотент, то можно и замуж выйти. А так, трахайтесь на здоровье, а замуж выходить за молодых парней на 10 лет моложе, ну это надо быть безмозглой абсолютно. Я так громко говорю, да, что все смеются, а то я в наушниках еще не слышу. Все нормально? Я, как всегда, развеселила весь клуб. Вот.
скажите, у кого есть какой именно лазер? Ребята, лазер? Ну, не соглашайся, это твое личное дело, господи. Конечно, вы не соглашаетесь. Вы же не можете правду признать, дуры. Вы же вообще не понимаете, что мужики, что 95% мужиков вам изменяют. А уж те, кто моложе, это можно вообще не обсуждать. Как бы ты ни выглядела, какой бы ты королевой ни была, как бы ты его на привязи не держала. Понимаешь? Он все равно изменит. То есть тебе пофигу, что он изменяет? Ну, выходи замуж-то. Слушайте, я ничего не собираюсь говорить. Если у вас муж старше на 14 лет, значит, вам нравится этот муж, так живите с ним на здоровье. Я считаю, что патология, когда старше уже больше 20 лет разница, а 14, ну, нормально, наверное. Да потом вы зачем вопросы задаете? Девочки, вы же замуж-то выходите. Почему? Потому что вам надо замуж срочно. Вас никто не берет, или вдруг больше никто не возьмет, или бабло у них есть. Да, конечно, я права. Думаете, я не знаю, что ли? Я права, те, кто в это не верит. Но люди просто... Люди не хотят признавать очевидные факты. Ну, никак люди не хотят признавать очевидные факты. Они все считают, что я не такая, мой не такой, со мной такое не случится. Девочки, живите в этом мире, и вам будет легче. Живите в этом мире, и вам будет легче. Я вообще не нервничаю. И, как всегда, я блокирую тех, кто мне пишет, чтобы я не нервничала. И тех, кто мне пишет, что у меня плохое настроение. Я их все время отправляю в бан. Они не видят прямых эфиров больше, историй. И я никогда их не возвращаю. Конечно, есть исключения. Я же вам сказала, не 100%, а 95%. И вы все в этом исключении. Это 100%. Это срочно. Это срочно замуж, это комплексы, это болезнь, это я вообще даже не знаю что, это просто какой-то пипец. Вот. Ну, очень плохо слышно, значит, у вас, наверное, проблемы с телефоном. У меня все очень хорошо слышно. Ну что, мои дорогие, вот так вот коротко мы с вами побеседовали. Надеюсь, что вам был полезен мой прямой эфир. Надеюсь, что вы поймете, что нужно обязательно работать над собой. Нужно правильно питаться, тренироваться, регулярно заниматься сексом с удовольствием, кайфовать от этого. Тогда у вас будет хорошее настроение, у вас будут силы для жизни. Когда вы меня спрашиваете, как перестать жрать, как избавиться от тяги к сладкому, девочки, больше секса в жизни, вас должны любить, вы должны от этого тащиться, и вас не потянет холодильник, вы можете это понять или нет? Захочется вам жрать? Сделайте минет своему парню, да? Это прекрасно заменяет еду, а потом попейте водички. Все, мои птички, мне надо бежать, у меня очень насыщенный день. И вам спасибо, и вам хорошего дня, вам короткой пятницы. Не забывайте про мой розыгрыш. Хотите грудь? Хотите грудь? Хотите операцию на живот? Хотите волшебную попу? Все это разыгрывается в моем гифтвее. Срочно подписывайтесь на девчонок и мальчишек, которые у меня в друзьях, и разыгрывайте. Нет, если ты будешь жрать и пить воду, тебе это не поможет 100%. Все. Пока.